Медведь заявил об опасности тотального запугивания в СМИ. Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетение истерии в СМИ и социальных медиа, чрезвычайно опасные, и так дальше. Вот видите, как они о дружбе, о мире заговорили так внезапно. Видно, у них все полная жопа, раз им нужен мир, жвачку и прочее. Медведев рассказал о ключевой миссии государства. Я хотел вдруг выяснить, какая же ключевая миссия государства по Медведеву. У нас с ним абсолютно одинаковое образование. Ну, у него похуже, конечно, да, потому что я все-таки саратовский юридический закончил. А это тогда масштабное образование. Да? Тогда всего в Советском Союзе было 3 нормальных юридических вуза. Да? Это Харьковский, Свердловский и Саратовские юридические институты, а остальные, так мы называли их, пулеметные курсы. Но, предположим, все равно, то есть теорию государства и права он читал, да, я там не знаю, как он ее учил, читал, давайте, социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства. А можете представить? То есть, оказывается, ключевая миссия государства – это установление социальной справедливости. Он ебнулся. Социальная справедливость государством устанавливается. Можете себе представить? Государство грабеж устанавливает, а не социальную справедливость. Да? Единственная функция государства, Медведев, дурачок, единственная функция государства – это управление и поддержание публичной власти. Все, больше нет никаких функций. Все остальное власть делает сама. Установление, в смысле, установление и поддержание публичной власти. Это единственная функция государства. Установление и поддержание публичной власти. Все. Все остальное сделает публичная власть. И какая это публичная власть? От этого зависит и социальная, в том числе, справедливость. Есть такая публичная власть, как вы, то есть козлы, воры и жулики. Какая нахер социальная справедливость будет? Воровство будет. Беспредел будет. Еще раз подчеркиваю, что единственная функция, что бы вам про это ни говорили, государство, это установление, установление и поддержание публичной власти. Все, на конкретной территории. Поэтому можно, конечно, Ильича вспомнить, Аристотеля, да, что государство там, да, там, это и союз людей, и что там, что только это не было, да. Я всегда говорил просто. То есть даже вот ленинское определение меня не сильно устраивало, хотя оно более-менее верно, да, что государство есть машина для установления господства правящего класса над всеми остальными. Да, кажется так, ну, по крайней мере, ну, более-менее точно, да, вроде цитата точно. Да, а я всегда считал, что государство есть система подавления народа. Все, больше нет там ничего. Система подавления народа. Почему с Лениным разная, так сказать, немножко разная точка зрения? Потому что Ленин жил 100 лет назад с лишним. Да, там, ну, и формировались взгляды его в 19 веке. И развитие этого он еще не видел. И не понимал, что общественно-экономическая формация капитализма сменится не коммунизмом, а информационным миром и так далее. Но об этом можно бесконечно говорить, но государство есть система подавления народа, и не более того. И поэтому, когда рассказывает Медведев о функции государства, которая является насаждение социальной справедливости, я просто охреневаю. Просто охреневаю.